Всем привет! Это Дом творческих идей. Сегодня я вам хочу предложить интересную идею, как сделать приятно своему близкому человеку, другу, товарищу. Я предлагаю из бумажных стаканчиков сделать вот такие подарочные коробочки. В них можно подарить какую-то мелочь, либо просто сделать приятно, положить туда конфет, сладости каких-то и подарить. Нам понадобятся пластиковые стаканчики, у меня вот таких размеров. Ножницы и для оформления дальше, либо ленточки, веревочки. Можно заклеить, как у меня вот есть такие клеящиеся стрекозки. Можно бантиком, все, что вы найдете дома. Покажу, у меня два варианта. Сейчас я вам покажу два варианта. Первое. Делаем надрез. И обрезаем край. Срезаем. Далее делаем надрезы, ну, где-то сантиметра полтора шириной. Одинаковые должны быть по длине. Как только мы закончим врезать такие полосочки, нам необходимо будет просто их сложить. Поэтому это выполняется очень быстро, занимает совсем мало времени. Теперь мы складываем, загибаем вовнутрь. Сейчас сначала мы их все загнем, а затем сложим их ровно. Так, загнули, вытаскиваем наружу. И накладываем друг на друга по спиральке. И закрываем. Вот так у нас получилось. Вот они по спирали сложены друг на друга и закрылись. Для того, чтобы это все зафиксировать, приклеиваем стрекозку, либо приклеиваем сюда бантик, ну или все, что вы дома найдете. И второй вариант вот такой. Здесь мы обрезать край не будем. Здесь мы делаем надрез. И так же, как в предыдущей коробочке, сантиметра полтора шириной полосочки. Старайтесь, чтобы они были одинаковые по ширине. Вот мы ее надрезали. Здесь загибать ничего не нужно. Теперь мы их складываем по кругу. Также по спиральке складываем, соединяем. Чуть придерживаем. Так, выравниваем. Это немножко сложнее, что ее нужно придерживать. Вот она у нас получилась вот так. Нам остается только сейчас отрезать ленточку, или вот у меня такая веревочка. И просто ее затянуть. Мы уже подсложили, они у нас, вот видите, они уже лежат ровно, подмялись. Нам остается только затянуть ее. Узелок. И вот так просто ее затягиваем, поправляем и завязываем бантик. Здесь до конца она не закрывается. Можно затянуть сильнее, вырезать один лишний, как получится. Один вырезать, одну палочку эту вырезать, и тогда она затянется полностью. Ну, мне нравится так, очень оригинально, красиво. Сюда можно, сейчас лето, можно сорвать небольшой цветочек и сверху поставить его. Он будет как вазочки, а там внизу будет ваш подарочек. Вот такие оригинальные, довольно-таки простые упаковки, коробочки подарочные у нас с вами получились. До новых встреч, жду вас в следующем выпуске. Пока-пока!